как раскрыть свое ясновидение и ясночувствование. Но, во-первых, мои дорогие, это есть в каждом. По праву рождения мы такими рождаемся. И знаете, очень часто сейчас встречается, что некоторые мастера создают такую историю в своей работе, что, что это невозможно, что это только я обладаю этим. Для чего? Для того, чтобы стать неким таким героем, такой единицей в мире, что это дано только мне, эти все потоки. Но нет же, мои дорогие, все это есть у вас по праву рождения. Как вы можете это развить, свое ясновидение, ясночувствование? Через свое тело, через это физические упражнения, да, когда вы идете в работу со своим телом. Второй момент – это искусство, которое пробуждает в вас определенные ощущения. Сходите в галерею, сходите в музей и попробуйте почитать картины, а потом загляните в Google и посмотрите, что же скрывалось за этой картиной, да, что хотел донести художник. И поверьте, вы увидите то, что насколько вы чувствительны к этому миру. И, конечно же, всегда слушать свое сердце, идти за зовом души.